Здравствуйте, дорогие друзья, и мы продолжаем нашу прямую трансляцию. Сегодня мы принимаем в гостях представителя сети отелей АКА из Турции. И сейчас я сделаю репост, дорогие друзья, в группу Турсовет и в турпомощник, чтобы вы смогли увидеть, кого я принимаю в гостях, потому что мы вчера запустили конкурс «Угадай имя спикера». Было предложено 3 варианта, многие из вас давали ответы. И буквально сейчас, как я и обещал, сейчас я сделаю репост, мы откроем лицо, которое находится под маской. Ну вот еще есть последний шанс, пишите сейчас прямо здесь в комментариях, кто по вашему версии это может быть. Так, делаю сейчас репост. Так, поделиться в группе. Вот, Турсовет. Ну, с Богом, поехали. Итак, дорогие друзья, ближайшие 30 минут говорим о сети отелей АКА. Это 4 гостиницы, 2 из них, 3 я видел своими глазами, давненько это было. Со своим спикером мы сегодня обсудили, что новенького произошло. Оказывается, радует, что и 2 мне знакомых отеля, Олинда и АКА Антедон, на хороших позициях. Оказывается, что ваши клиенты их выбирают всегда, репитеры. Ну и начнем с того, что кто же все-таки угадал спикера. И прошу, ребят, выводите нашу гостью, прошу маску открыть лица. Та-дам! Рад приветствовать тебя, Марина. Марина Солодко, если кто не знал, а на самом деле под фейсбучным именем Маро Арам. Это вот ты и есть. Дорогие друзья, значит, смотрите. Я открываю сейчас, Марин, привет еще раз. Привет, Вов. Открываю пост. Давай начнем с того, что мы сейчас ребятам вручим заслуженные подарки. Каким образом ты планируешь определить победителя? Ну, в общем-то, мы с тобой решили, что да. Так как эфир был назначен на 13:00, да. То тот, кто дал правильный ответ под номером 13, и получает наш приз. Сейчас я прямо считаю правильный ответ, который твое имя назвал, да? Да. Одну минутку, сейчас. Сейчас я подтяну этот пост, и мы его найдем все вместе, дорогие друзья. Спасибо большое всем, кто принимал участие, кто комментировал. Очень приятно, что вы проявляете активность. И, конечно же, мы никого не оставим без подарков, так. Но сумка с подарками уезжает кому? Поехали. Раз, два, три. Ой-ой-ой, тут что-то, подожди, я сбился сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13. И 13-й это Ирина Левченко. Здесь по комментариям. Ира, мы поздравляем тебя. Ира Левченко, да. О, она тут и в группах, и в Ламборбио здесь стоит. И, дорогая Ирина, поздравляем вас. И вам уходит вот такая праздничная подарочная сумка. Внутри нее еще куча подарочков, которые Марина для вас приготовила. Очень полезных. Вот такие чашечки там находятся. И эта сумка ваша, ушла она к вам, пока она тут после до конца эфира. Дорогие друзья, тем не менее, все, кто комментировал, и все, кто правильно назвал, или неправильно назвал, или назвал другие имена, тем не менее, Марина хочет вас также поблагодарить и вручить вам. Да, и хочу украсить вашу ручку нашей турецкой Пандорой, многим знакомыми и любимыми, поэтому мы с каждым свяжемся и отправим вам ваш подарок. Ваш подарок. Дорогие друзья, мы сейчас делаем коротенькую презентацию. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы, я писал это в посте. Пожалуйста, не теряйте время Марине, то, что вам продавать. Дорогие туристы, я разместил этот пост, вам выбирать Турцию. Расспросите у нашего спикера все, что бы вы хотели узнать о вашем предстоящем отдыхе. И, например, вы не могли выбрать отель, а теперь вот вы точно сегодня сможете определиться. Более того, мы постараемся еще включить вам и показать коллегу Марины из Анталии, из Кемера, вернее, из отеля АКА Антедон, но это будет чуть позже. Итак, приступаем. Да. Я хочу начать с того, что поблагодарить вас всех за поддержку, мы ее ощущаем, за то, что вы доверяете нам своих туристов постоянно. Хочу напомнить, что отели АКА – это отели цена-качество, были, есть и будут.
Потому что многие знают, мы являемся звеном одного большого строительного турецкого холдинга, у которого есть свои плантации, где выращиваем овощи, фрукты. Они, конечно же, потом едут к нам в отель. Есть своя линия воды. Уже в Анталии в Кунду построили торговый центр Ака. Есть косметика, которая разработана специально для гостей отелей Ака, которые отдыхают у нас. В этом году мы получили награду Top Hotels, о чем приятно всегда говорить, из лучших курортных отелей мира. Мы заняли 19-ю позицию, это отель Ака Антидон. И из лучших отелей Турции на 7-м месте в сотке лучших. Я хотел бы еще добавить, дорогие друзья, слушайте внимательно, потому что у вас не будет времени потом открутить назад. Еще две сумки, брендированные отелем, сетью отеля Ака Антидон, наполненные подарками, внутри ждут те, кто внимательно будет слушать Марину. И минут за 5-10 до окончания эфира Марина задаст буквально два вопроса. Это будет два комплекта подарочных. Совершенно еще верно. Будет, да, задано два вопроса. Если вы будете ее слушать внимательно, что я бы рекомендовал, конечно, делать, вы еще получите приятные сувениры от того, что проведете это время с нами. Сообщить нам ответы на вопросы Марины можно будет в комментариях на канале YouTube сразу под трансляцией, в комментариях здесь, в Фейсбуке, в прямой трансляции, либо прямо, ребят, вывели номер телефона студии, можно будет позвонить в студию и сказать ответ прямо Марине по телефону. Продолжаем. У меня к тебе был вопрос. Вопрос был такой. Агенты у кого покупают туры в твой отель, есть ли эксклюзив или у вас много партнеров? Да, в этом году, как и в прошлом, второй год на рынке Украины мы являемся эксклюзивом туристического оператора, нашего надежного партнера Annex Tour, поэтому все наши базовые предложения вы сможете найти у них. Напомню, что Ака Hotels – это 4 прекрасных отеля, 2, которые все находятся в Кемере, 2 из них в Бельдиве и 2 отеля в Кирише. Значит, пролистайте, пожалуйста, дальше. Я хочу вам показать. Это наша четверка. Для кого? Для тех гостей, которые знают и ценят качество предоставляемых услуг в сети отелей Ака. Вы помните, что в нашей сети 60% гостей – это повторные гости, что свидетельствует о том, что наши отели – это клиентоориентированные отели, где гостей слышат, на них реагируют, и поэтому они к нам с большим удовольствием возвращаются. Но мы, конечно же, рады стараться и прикладывать максимум усилий для этого. Назад, если можно, хочу еще продемонстрировать нашу четверку. Это для тех, кого... кто хочет качественно отдохнуть, но сэкономить. Она на второй линии находится в Кирише за нашим отелем Ака Алинда. Вы видите, что пляж у них немножко в сторону, буквально 300 метров за углом, туда даже шаттл не нужен. На пляже есть зонтики, шезлонги, есть холодильник с прохладительными напитками, есть легкие снэк-закуски, поэтому достаточно комфортно отдыхать. Есть горочки в отеле, есть мини-клуб, есть номера дуплексы, где могут отдыхать большие семьи. И что самое важное, когда я рассказываю о Кларосе, вам нужно, хочу подчеркнуть то, что это та четверка, о которой можно сказать, что лучше некоторых пятерок на побережье. Почему? Потому что работает по концепции наших 5 звезд. Такой же сервис, как в 5 звездах, такой же в нашей четверке на второй линии. Такое же питание, как в наших пятерках. Поэтому смело предлагайте Кларос. Смело выбирайте, и пусть туристы счастливыми и довольными возвращаются обратно к вам. Следующий отель – это наши Villa Residence, которые находятся в Бельдиве. Покажите нам, пожалуйста, слайд. Это роскошный отдых. Они предлагают свою индивидуальную концепцию с повышенным спектром всяких VIP-услуг. Каждая вилла обособлена в красивом зеленом саду, есть бассейн, есть свои павильоны на пляже. Это предложение для людей с высоким достатком. У нас тут часто отдыхают звезды, поэтому у кого есть такие гости, желающие отдыхать большой семьей, можно вспоминать про наши виллы, смело их тоже предлагать. Вот так вот выглядит одна из комнат на виллах. Далее у нас... По программе хотим показать
нашу большую новость и радость в этом году. У нас появился новый аквапарк. Знаю, что многие уже не только видели, но и тестировали на себе его. Поэтому, кому веселье и радости, пожалуйста, к нам. Аквапарк активно работает и радует гостей. Он находится в каком-то из отелей или отдельно? Находится в отеле «Аканте Дон», и гости «Ака Резиденс» тоже могут им пользоваться. У меня, слушай, еще по этому поводу вопрос. «Аканте Дон», это же, по сути, мы говорили с тобой, он недалеко, не с тобой, слушай, у нас была позавчера девочка, которая рассказывала про отель «Аканте Дон», и я вспоминал, что возле Палмы это находится, и там вообще рукой подать до Кемера. Да, недалеко. До центра. Можно скажи, покатиться. Пожалуйста, я вот был пару раз в центре города, Кемер. Ну, а так вот, насколько? Там где-то фреш выпил в центре, там в кафешке, потом как-то магазины. Куда бы ты рекомендовала гостям отеля «Аканте Дон» выходить, прогуливаться, может быть, я не про ночное вот время препровождения, а именно про дневное. На что обратить внимание? За отелем у нас есть променад с большим количеством разных лавок, маркетов, поэтому с удовольствием вечером они могут прогуляться там. Ну, а вообще территория отеля очень большая, 90 тысяч квадратов, очень красивая, очень зеленая, поэтому многие гости даже никуда не выезжают, а просто наслаждаются своим отдыхом в отеле. Тем не менее, есть ли какие-то сервисы, связанные с трансфером в Анталию назад, если вдруг надо съездить? Или как-то можно заказывать вот это все делать? Можно, конечно, заказать это, обсудить с нашим департаментом по работе с гостями, им это с удовольствием организуют. Я, ничего, что я не перебиваю в сторону, потому что мне сразу уже на департамент гостей, я такой раз, я додушу, как говорится, да спрошу, можно? Да, конечно. Что за департамент, как он функционирует, какие... Просто я когда туристов отправлял в свое время, знаешь, я говорил, они вдруг будут вопросы, говорят, так, гиду напишите там, но а, гид не всегда бывает, б, это иногда лишнее звено, то есть это не его компетенция, потому что вопросы касаются непосредственно сотрудников отеля либо отеля. Как происходит, как ваши гости могут быстро решать вопросы, возникающие во время проживания в гостинице? Во всех наших отелях есть такой департамент, помимо отдела с гостями, называется колл-центр, где у нас работает 4 человека и работает в регламенте 10 минут. Что это значит? Когда агентство отправляют к нам гостей, они могут сразу на ваучере им писать 4 шестерки. Они из своего номера могут позвонить по внутреннему телефону, озвучить свой вопрос, озадачить наш колл-центр, который им организует это все, и через 10 минут перезвонит и спросит, всем ли довольны гости и можем ли мы что-то сделать для них еще. Спасибо большое, что ответили. Продолжаем дальше тогда по презентации. Да, если можно, давайте. Вернитесь, потому что там есть еще одна очень классная новость. Это вот как раз наша сплэш-площадка детская. В этом году эта новость, вы уже далеко убежали. Покажите, пожалуйста, всем. Следующий слайд. Вот она. Это новинка этого года в «Аканте Доне». Здесь вот мы сейчас постоянно вообще наблюдаем, как говорят, знаете, счастье из глаз льется у детей, поэтому имейте в виду, что в «Аканте Доне» в этом году есть еще и такая опция. Можно дальше. В этом году также новость по отелю «Аканте Дон» в том, что мы немного поменяли дизайн, обновили постельные принадлежности, подушки и матрасы, номера у нас стали посвежее, покрасивее, поэтому смело отправляйте. Ламинатик, да, смотрю? Да, в каждом номере есть у нас кофейно-чайные наборы, они, начиная со стандартной категории, они обновляются ежедневно вместе с мини-баром. Еще у нас уже такая есть добрая традиция, наш Family Fest, это проект прошлого года, эксперимент, который удался на славу, и мы продолжаем дублировать его в этом году. Уже был первый старт на майские праздники. Идея какова? Идея объединить родителей и детей, совместные конкурсы, эстафеты, мероприятия. Поэтому гости, желающие больше времени провести хотя бы на отдыхе со своими детьми, смело езжайте к нам. Уже на своей страничке скоро я опубликую дату следующего Family Fest. Следите, предлагайте. Сколько он раз повторять в течение сезона? Могут ли гости попасть на него или могут и проскочить мимо? По такого да, об этом нужно знать, поэтому, конечно же, следите за нашими анонсами. Он проходит и в «Аканте Доне», и в «Акалинде», поэтому достаточно много гостей наслаждается совместным времяпрепровождением.
Прекрасно. Слушайте, по поводу гостей. Отели ваши, они как богаты насчет репитеров? Да, у нас в сети отелей АК по 4 отелям это 60% репитеров гостей. И в прошлом году, в октябре месяце, мне посчастливилось встретиться с нашим гостем, который прилетел из Амстердама уже в 35-й раз в отель. Вы знаете, что сеть отелей АК – это клиентоориентированные отели. У нас есть комплементарные программы для повторных гостей. Обязательно уведомляйте меня, когда они к нам едут. Мы будем делать пометочки и радовать их, и благодарить за то, что они возвращаются к нам снова и снова. Также мы поздравляем молодожен. Этот пакет я люблю больше всего, потому что большой пакет приятностей для этой категории гостей. Присылайте их свидетельство о браке, и мы будем встречать их по специальной программе, когда их встречают, аплодируют, проводят в номер. Номер красиво украшен, красное шелковое белье, лукум. На невесте? В номере. Сладости, понятно, шампанское, торт в форме красного сердца тоже для них. Для них на следующее утро завтрак в номер. Им дарится айранчик еще, наверное. А-ля карт по желанию появится в мини-баре. Есть для них скидки в спа, на фотосессию. Поэтому не упускайте возможность совершенно бесплатно порадовать ваших молодожен. И, конечно же, мы поздравляем всегда от души с наших именинников. Давай посмотрим на этого мужчину, который 35-й раз приезжает в ваш отель. Мне интересно. Давайте. How was your holiday? Perfect. What do you like here? Everything. Everything? How long time? I'm coming here for how many times? I think 40 times. Wow, super. You are two times a year. Two times. Yes, in May and September. Do you have wishes for us? Do you have wishes for us? Сеть агентств горящих путевок представляет все горячие предложения Турции на одном сайте. Не знаешь, какой тур в Турцию подходит тебе? Узнай у нас. Консультации экспертов онлайн и по телефону. Подробная, достоверная информация о курортах Турции в одном месте. Мы 20 лет на рынке туристических услуг, поэтому партнеры дают нам лучшие цены. Постоянные акции с горящими турами. Большая сеть агентств. Система рассрочки для наших клиентов. Не знаешь, какой тур в Турцию подходит тебе? Узнай у нас. turki.hottour.com.ua Дорогие друзья, мы продолжаем. Итак, вот мужчина, который в 35-й раз. Слушай, что они там делают в 35-й раз? Не скучно в одно и то же место ездить? Это гость нашего отеля Акалин, да? Этот отель очень любят гости, которые любят душевность в отеле, компактные, по-домашнему уютные территории. Ну и вот, конечно же, наш сервис и доброе отношение к своим гостям внимательное не может не подкупать гостей, которые возвращаются. Более того, в этот же период у нас был рекордный год по репитерам в этот период октября и 100% загрузки, 80% репитеров в отеле. Это высокий вот показатель. Только хотел спросить, ну это вообще показатель, как будто бы к себе домой приезжают. Да, они и правда. У нас, кстати, есть программа на... Называется церемония награждения. И, кстати, завтра я вас всех приглашаю на нашу официальную страницу в Инстаграме Aka Hotels Antalya. Моя коллега Танюша будет делать прямую трансляцию в 14:45, покажет вам, что происходит у нас в отеле. И будет награждение наших гостей, которые приехали 11 раз. У нас это церемония награждения, тоже специально проработанная программа, где мы приветствуем гостей. Поэтому, кому интересно, можете быть с нами в эфире. Также хочу добавить эксклюзивчика про Алинду, сказать о том, что в Алинде есть такая своя фишка.
У них есть трекинг, они ходят в горы, ходят с проводником два раза в неделю в летнюю программу, вот уже с мая ходят. На Тахталы они поднимаются, да, в те горы. Да, идут с проводником, гуляют 3 часа, любуются панорамами, дышат воздухом, собирают этот горный чебрец. Это свободная услуга или какая-то? Да, это свободная услуга, она входит в концепцию нашей анимационной программы, поэтому вот нужно быть внимательным, когда информируют, например, завтра в 10 мы идем, и те, кто пришли на ресепшн, те и вышли. То всегда всем хватает места. Конечно. И всегда всех сводят. Слушай, хотел больше узнать у тебя про детали лояльности насчет для тех, кто повторно приезжает. Есть ли у них, может быть, какие-то возможности номер там себе, именно вот этот, именной там сделать? Я просто почему спрашиваю, у меня была ситуация на круизном лайнере, это не конкурентная абсолютно ситуация. Иду, смотрю, там написано там Луиза. Я такой раз, ну, везде номера, а там Луиза. Подхожу, говорю, а почему там у вас, ну, много имен? Они говорят, это люди, которые там вот по 10-15 разу у нас на лайнере, то есть за ними закрепляется каюта. Имена, вот что-то такое, что у вас есть такое очень интересное? У нас есть, вот начиная со второго раза приезда к нам гостей, комплементарная программа, и она меняется в зависимости от количества раз, которые они приезжают. У них есть, конечно же, специальные привилегии, есть подарки, поэтому я всегда прошу уведомлять, какой раз. Мы, конечно же, проверяем это все в нашей системе и тогда работаем, чтобы радовать гостей. Я тебя понял. Задам буквально банальные вопросы, но тем не менее не могу не задать. Это у нас меню, это у нас сейчас все следят за своим здоровьем, а кому-то непозволительно есть, вот, а кто-то очень маленький еще для того, чтобы... Как вот у вас идет градация, какие есть возможности. Самый важный вопрос, который всегда меня интересовал, для детей понятно, диет стол для детей, знаешь, ну что ему там надо, гамбургер, жареная картошка для детей, ну как это, нет. Вот для детей, которые кушают самостоятельно, что есть полезного или невредного. Для малышей, для мамам, а им самим вести питание, либо у вас что-то можно получить, вода, чай, вода, молоко, прогревать все это. Как это все у вас происходит? Значит, у нас и в Антадоне, и в Олинде тематическая кухня. Это, например, в понедельник турецкая кухня, вторник интернациональная. Касательно вечеров, да, ужинов. Среда моя любимая, потому что это вечер средиземноморской кухни. У нас большое количество морепродуктов. Есть итальянский вечер, когда в бобинах вот этих огромных сырок готовят пасту и много вкуснейших других блюд. У нас есть диет-стол, специально разработанная программа для от диетолога, которым, конечно же, могут пользоваться гости, которые придерживаются. Для малышей у нас в Акантедоне есть очень классный ресторан детский, где есть как раз баночное питание, есть кашки, пюрешки, смеси, есть возможность для родителей приготовления самостоятельно. И если они живут по своему особенному меню, которого придерживаются постоянно, они могут смело оставить его на гесте, и повар будет для них готовить индивидуально, совершенно бесплатно. Прекрасно. А если вот сейчас все следят за... Ну, я не хочу насмехаться за глютеном, безглютеновое, вот там, я не могу безглютеновое, знаете, как мне потом плохо. Это все хоть рассказывают, куча роликов в интернете, я, конечно... Если кого-то обидел, извините. Вот если с такими потребностями, допустим. Допустим, меню каждый день у меня лососик. Можно лососик? Да, по запросу мы стараемся предоставить гостям все, что они хотят, конечно. Ладно. Слушай, давай становимся поподробнее. У тебя что-то есть там? Да, вот хотела сказать о новости. У нас с июня в Антадоне будет уже открыт кофе-хаус. Большой ассортимент разного марочного кофе. Поэтому имейте в виду, что кофеманов мы всех ждем. Что он из себя представляет? Что там можно будет выпить? Только ли кофе по-турецки в песочке, либо вот просто... Это будет широкий ассортимент разного марочного кофе. В этом году также я хочу добавить, можно пролистать дальше... Что там у нас? Друзья, не спим. Колл-центр, о котором мы уже поговорили, рассказали, все запомнили, что нужно писать на ваучерах гостям, которые едут к нам. Можно дальше. Хотим вам показать. Сейчас, пока они тебе будут показывать, я прочитаю вопрос. Наталья Прокопенко, чтобы далеко не ушли, спрашивает. Подскажите, пожалуйста, гости Акакларас, я хотел бы на нем потом остановиться, да, тоже. Да. Могут ли посещать, наверное, аквапарк в отеле Акантедон или нет? Так как Акакларас находится в Кирише, а Антадон в Бельдибе. Это, в общем-то, расстояние километров 30, да, наверное, расстояние, да? Приличное, но по запросу, конечно же, мы предоставим им возможность, они могут заявить об этом на гесте, и им расскажут, как можно приехать в отель.
Чтобы посетить такой гостевой визит, посмотреть, чтобы на следующее лето приехать в Антидот. Прокатиться на горочке? Я думаю, мы это устроим. Хорошо, прекрасно. Вот, Наталья, надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Давай, Мари, что там ты просила? Я вам хочу показать. Это наша пышная, красивая, ухоженная зеленая территория Ака Антидона. Вот вы видите, это наш бассейн, который устроен лагуной. Природная тень, хвойные ароматы, от которых балдеют все гости. У нас Антидон уже как ботанический сад, потому что на территории отеля более чем 1300 видов растительности. Это фронтовая, так сказать, зона Олинды, не менее любимая гостями, как вы уже поняли и слышали. Mm-hmm. Дальше у нас идет слайд о пляже. Есть новости с пляжа. В прошлом году мы обновили все тенты, шезлонги. Пляж абсолютно свежий. Мы поделили условно его на две зоны. Он песчано-галечный. Есть одна сторона с песком, другая с галькой. И зона для курящих гостей и некурящих. Также на пляже у нас есть детская площадка игровая. По такому же принципу, вы видите, и работает отель Ака Олинда. Курим, не курим, песок, галька, детская площадка. И вот те горы, которые вы видите сейчас на слайде, туда как раз поднимаются наши гости. Прекрасно. Слушай, скоро уже время подойдет к завершению нашей беседы с тобой. Давай, наверное, ты задай вопросы, дорогие друзья, внимательно сейчас. Да, еще два слова, потому что это те холодильники, которые очень любят наши гости. Почему? Да. Потому что бутылированные напитки очень удобно. Взял бутылочку и гуляешь по территории. Кола, Фанта, Спрайт, Айран, холодные чаи, соки. И в этом году большая новость. Мы добавили турецкий туборг во все бары отеля. Антидон и Олинда. Доступ свободный. Доступ свободный. Слушай, пока мы еще будем продолжать разговаривать, нам нужно минут дать 10 ребятам, чтобы они или открутили, или вспомнили, что ты говорила, чтобы победить и получить свой приз. Вот такие сумки с призовым фондом, которые привезла нам Марина. Пожалуйста, задавай свои вопросы и продолжим еще нашу беседу, а вы постарайтесь быстренько на них ответить. У меня первый вопрос. В каком отеле открывается кофе-хаус? Я слушал, но сам не услышал. И второй вопрос. В каком отеле у нас гости ходят в горы? Это я знаю, но не скажу. Хорошо, продолжим. Что у нас там еще есть интересного такого? По поводу Ака Кларос. Что ему досталось? Потому что, я так понимаю, у двух пятерок куча фишек, интересностей. Что здесь? Какая категория туристов? И кому бы, давай пройдемся так, по... Вот те два я точно помню. Мне кажется, что Ака Олинда, она более... семейно-детская, Антидон более такой вот он пафосный, показалось мне. Давай просто пройдемся, кому какой отель все-таки больше подойдет по темпераменту, по составу семьи и чуть-чуть на Кларосе, что он себе представляет. На самом деле наши отели, они настолько универсальны, что подходят для всех категорий гостей. Угу. Да, мы, конечно же, являемся отелями, которые предназначены для семейного отдыха, потому что у нас очень много всего для детей, для отдыха с детьми. У нас роскошный мини-клуб и в Антидоне, и в Олинде, и в Кларосе. У нас работают профессиональные педагоги, которые любят детей, знают, как с ними общаться. Угу. Всегда мы принимаем с радостью эту похвалу. У нас двухнедельная программа мероприятий в Антидоне и в Олинде. Это говорит о том, что когда гости приезжают на продолжительное время, им никогда не скучно и ничего не повторяется. Поэтому уже отталкиваясь от своего бюджета, можно выбирать, в какой отель поехать. Длительность заездов, которую ты бы рекомендовала все-таки делать? Я бы выбрала дней на 14. Минимум. Конечно. Бывали минимум такие... на 10, потому что 7 всегда мало. Да, это, кстати, там на 5 сутки только происходит адаптация не только психологическая, еще и все-таки физиологическая. Скажи, пожалуйста, есть ли у вас какие-то уникальные гости, типа этого мужчины, которые, может, подолгу живут? Либо посещают ли ваши отели какие-то... такие вот личности, которых мы знаем все вместе, например. Да, что-то у нас такое недавно на майские праздники была гостья, всем известная. Можно посмотреть, кто на нашей странице в Инстаграме. Публичные гости нас тоже посещают. Я хочу добавить то, что отели Ака Антидон и Ака Олинда, они работают круглый год. Поэтому вот. Мы это коснемся на одной руке. Давай. Можно давай, пересчитать давай. Отели, которые работают в Кемере. Круглый год, да, у нас есть конференц-залы, поэтому если вы организовываете майс-программы, да, большие мероприятия, либо конференции, всегда, конечно же, запрашивайте наши предложения.
Да, к нам приезжают очень часто из Киева, из Украины, из разных городов. Вот именно в зимний период, дня на 21 на месяц, приезжают релаксировать, отдыхать, дышать воздухом, сбегают из городов, где большой шум и хаос, и отдыхают с удовольствием, наполняются жизненной энергией. Чем заняться в отеле в феврале месяце, когда никого на улице нет и морька холодная? У нас есть, конечно. И что вы еще предлагаете? Ну, 21 день в отеле это тяжело пробыть на территории. Ну, я понимаю, что, наверное, не всем тяжело, но мне бы было грустно. Куда можно с вами поехать? Поехать в Киев, конечно же, можно выбрать себе экскурсию, либо арендовать машину и отправиться куда желается. Поэтому каждый ищет развлечения для себя. И многие гости летают в Каппадокию, продолжают летать на шарах в этом красивом месте. В общем, тут на дело вкуса. Вот. А так у нас есть программа, понятно, отель не закрывается. Она софт-программа развлечений, мероприятий. Но, тем не менее, она есть. А в летний период у нас двухнедельно, вот я сказала, хочу добавить, что к нам приезжают разные профессиональные коллективы, шоу-программы, акробатические команды. Я очень люблю наш бразильский вечер, когда эти шикарные мулаты зажигают весь отель, они танцуют сальсу, бачату. В общем, это так здорово и классно, что все всегда в восторге, об этом тоже часто говорят и хвалят. Прекрасно, да, я вот точно знал, любил Акка, ну здорово. Что-то у тебя еще есть, или мы зачитаем ответы? Потому что ответы сразу посыпались. Если есть вопросы и ответы, то конечно. Дорогие друзья, давайте мы уже будем закругляться, потому что Марину нам необходимо отпускать. У нас вот получасовка подошла к финалу. А я вижу в Фейсбуке, вы ответили на... Ребят, есть там в Ютубе комментарии какие-то или нет? Ответили, мы сейчас зачитаем. Но тебе опять придется выбирать, потому что здесь ответы есть, и они правильные. Ну тогда кто первый? И они правильные. Я хочу добавить, да, вот что наш отель очень часто уходят на стопы, и кто первый бронирует, тот, конечно же, и отдыхает. Поэтому бронируйте заранее, и те, кто первый ответили, те и получают свой приз. Ну, там я видел, первая уже ответила Ирина, но она уже получила свой приз. Ну тогда, Ирочка, прости, мы тебе эти сумки не отправим. Да, одного приза. Поделимся еще с коллегами. Значит, этим поделились. Слушайте, ну мне... Вот странно, Толик, я перезагрузил страницу, тут были... почему-то не все комментарии у меня отображаются. Не, чего нужно? Скажи мне самое первое, кто что комментировал, потому что мне почему-то не отображается, я вижу только всего 4. Давай так, чтобы я никого не обидел, ни в коем случае... Никто не расстроился. Кто первый правильно ответил на вопрос про кофе-хаус и про трекинг в горы? В Фейсбуке, на нашей трансляции, на нашей странице bombardier.tv, пожалуйста. Или 29 комментариев в Ютубе, вы говорите. Это не то. Именно когда ответы пойдут. Нечестно я там видел. Это уже первый был комментарий, когда мы посчитали 13-м комментарием Ирину. 13-м, ребята, потому что любимое число Марины, чтобы вы знали. Новые. А? Новые. Вот после всех честно-нечестно, первый комментарий, ответ на вопрос Марины, какой был? То, что у меня всего 4, к сожалению. Я не знаю, почему не отображается. Марина, ты да. Когда там бываешь в этом отеле? Часто. Мы в эфире. Ну вот у меня сейчас программа по Украине, мы делимся своей информацией, мы стараемся быть максимально открытыми как к агентствам, так и гостям, и поэтому делимся информацией. Сейчас я в Украине, и вот как со всеми поделюсь, очень скоро вернусь. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, ты сказала, можно контактировать с вами, если 4-6, колл-центр, это если внутри отеля, если я отправляю своих туристов, как многие агенты, которые заботливые, допустим, да, и они тебе там пишут весточку. У меня частенько было, что я писал когда-то по визиткам в отеле, ну а фидбэка никакого не было. Может быть, ты назовешь какой-нибудь там мейл, куда можно написать, и ты будешь понимать, что твой турист в надежных руках. Да, я всегда очень открыта для общения. Многие пишут мне и в Facebook, и на почту. Моя почта marketing1@akahotels.com. Все получают ответы. Угу. Мы вносим ремарки в нашу систему, поэтому все под контролем. Да, были ли у тебя какие-нибудь запросы? Например, ну простой, я мог бы там отправить человека, говорю, слушайте, вдогонку, так чтобы упростить, пишу тебе, допустим, Марина, можно ли
как я могу это сделать? Заказать 1 000 000 алых роз, как я могу оплатить эту услугу? Меня это интересует. Без проблем, мы сразу же предлагаем варианты цветов, которые есть. Угу. И гости выбирают, оплачивают по карте. Не гости, я как агент хотел, агент, чтобы ему сюрприз сделать. Да, могу тебе, да? Да, да, конечно, мы вместе быстренько выберем, определим, оплатим и получим услугу. В этом году мы уже это делали с некоторыми агентствами, все счастливы, я получаю благодарные отзывы, что гости счастливы, это лучший их отдых, всегда приятно, что вы делитесь комментариями, даете нам обратную связь. Мы этому очень рады и к этому всегда стремимся. Так. Также хочу добавить, что у нас очень популярно по прошлому году, и мы продолжаем в этом году, это символические свадебные церемонии, которые проводят гости в наших отелях. Вот скоро мы еще планируем сделать конкурс как для гостей отеля, так и для их агентов, поэтому следите за нашими новостями. И какая средняя стоимость? Свадебная церемония. Это уже, подожди, там же банкет еще надо сделать. Можно сделать по-разному, можно сделать символическую, да, когда это. Вот давай так, символическая церемония для двоих. Вот они приехали вдвоем. Стандартной цены нет, потому что мы собираем ее как трансформер, как конструктор Лего. Что нужно? В среднем. Все же хотят знать, сколько. Вот сейчас девочки сидят и говорят: так, ну давай, там, если она мне обойдется, там $700 на двоих, я поеду. Ну, я вам скажу так: что если взять такой оптимальный вариант с аркой, прической для невесты, цветы, там фотографии. Фотографии. То до $1000 мы можем ложиться, ну а там уже, конечно, от размаха. В принципе, стоимость, как и везде, по большому счету. А если к вам приезжают, ну вообще, мне нравятся ребята, друзья, которые приглашают, поехали вместе в отель 5 звезд, там будем день рождения отмечать, в столовке все вместе, я понял. У нас есть еще а-ля карты, 4 а-ля карта в Антедоне и 2 а-ля карта в Олинде. Какие там условия бронирования, если символические оплаты или нет? Условия бронирования – это 5 евро резервация за человека, и там, да, и дальше по меню. Совершенно верно. У вас шеф-повара турецкие или импортные? Да, они очень у нас классные. Эти все шедевры можете посмотреть на нашей странице в Инстаграме «Акахотелс Анталия». Танюша делится, со всеми показывает, передает атмосферу, поэтому присоединяйтесь к нам. Так, Мариш, буду тебя отпускать. Дорогие друзья, вижу ваши комментарии. Сейчас я зачитаю, и мы выходим из эфира. Спасибо, что были с нами. Я думаю, Марине тоже очень приятно. По работе, Марин, вопросов нету никаких. Комментарии есть. Я на второй вопрос и первый правильно ответила. Марина говорит. Ирина, Юля Нагаец. Извините, если неправильно. На первый вопрос правильно. Марина, я. Я тоже видела ее фото. Ну, в общем, простите, сейчас мы выйдем из эфира, остановится трансляция, я открою все комментарии и поднимем мы с Мариной, напишем, кто победил по сути, кто первый написал правильный ответ. Спасибо еще раз, Марин, спасибо, было приятно познакомиться с тобой. Взаимно. Надеюсь, начнется наше длинное, долгое, плодотворное сотрудничество и дружба. Бомбарби ТВ и отели АКА. Да, и пожелаем всем безмятежного, сказочного отдыха у нас. Оставайтесь на связи. Все, мы ушли. Не знаю. Итак, вы решили отправиться в отпуск. Что делать дальше? Все достаточно просто. Наберите в строке поиска своего браузера hottour.com.ua. Добавьте сайт «Свои закладки». Он вас еще не раз выручит. В верхней строке рубрикатора нажмите кнопку «Где купить». Выберите из списка «Свой город». Выберите удобное для вас агентство. Заполните заявку или сразу свяжитесь с агентством и запросите тур. Приятного отдыха!